ну-ка, давай-ка плясать выходи. Дед Мороз и Снегурочка уже запорошили детвору воображаемым снегом, заморозили носы и теперь зазывают на игровую программу. В Центре культуры и искусств имени Кекушева сегодня собрались ивантеевские умники и умницы, младшеклассники и детсадовцы, победители и призеры разнообразных интеллектуальных конкурсов и олимпиад, а также творческих фестивалей. Призером олимпиады по математике. Это сложно было? Ну да, там достаточно были сложные задания, и не все ребята справились достаточно с ними, потому что они были сложные. Меня взяли на отбор городскую олимпиаду по математике и окружающему миру. Я училась почти на одни пятерки, и меня отправили на городскую олимпиаду по русскому математике. Я выиграл из всего класса в олимпиаде по окружающему миру. И таких умников и умниц в Ивантеевке 600. Перед началом спектакля и официальных поздравлений ребята мастерят новогодние игрушки. Елка главы города проводится второй год, чтобы поблагодарить, поощрить наших талантливых детей, которые принимали участие в олимпиадах, за особые успехи в учебе. И я считаю, что, конечно, на будущее для них это будет стимулом, и на 2020 год они будут еще более успешнее проявлять себя в учебе. А в чудеса верите? Yeah! Письмо все написали, Дед Мороз? Я смотрю, вы подготовленные уже, вы молодцы. Для всех, кто написал письмо Деду Морозу, волшебный подарок. «Сказки на ночь» от Кая и Герды. Спектакль Московской областной филармонии. А зачем оно тебе? Зачем тебе огниво, старая ты ведьма? Не скажу. «Свинопас», «Принцесса на горошине», «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик» сплелись в причудливую историю и обрели новое звучание благодаря произведениям Моцарта, Чайковского, Грига и других композиторов. Классическая музыка вдохновляет загадывать новогодние желания. Я загадываю, чтобы все были здоровы, счастливы. Я мечтаю, чтобы вы всегда были рядом со своей семьей. Все приглашенные на праздник получают сладкие подарки от городской администрации, чтобы наступающий год был радостным и сладким. Анна Пыльцина, Антон Рябов, ИТВ.